Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим скумбрию с овощами. Для приготовления нам потребуется 2 рыбки скумбрии, примерно 400 грамм. Я их уже разделила на порционные кусочки. Из овощей я буду использовать луковицу весом 80 грамм, 80 грамм моркови, помидорка весом 120 грамм, сладкий перец весом 100 грамм, 20 грамм сливочного масла, 160 миллилитров воды, смесь перцев и соль. Овощи нарезаем достаточно крупно. Лук нарезаем полукольцами. Морковь нарезаем тоже достаточно крупно. Разрезала ее на 4 части и такими тонкими четвертинками. Перец небольшой тоже разрезаем на 4 части и нарезаем тонкими полосочками. Осталось нарезать помидорку. Помидорку нарезаем кубиком. Рыбу посолить и поперчить. Добавляю пол чайной ложки соли и совсем немножко смеси перцев. Можно использовать черный молотый перец. На дно чаши мультиварки выкладываем кусочками сливочное масло, а далее выкладываем все овощи. Вместе сразу и перец, и помидоры, и лук, и морковь. К овощам добавим немного соли, пол чайной ложки будет достаточно. Теперь овощи необходимо перемешать, чтобы соль все распределилась равномерно. На подготовленную овощную подушку выкладываем кусочки рыбы. Рыбу мы заранее посолили, поперчили. Осталось добавить воду. Закрываем крышку мультиварки. При желании на пару одновременно можно приготовить картофель. Я готовить буду на ручном режиме или мультиповар при температуре 130 градусов 40 минут. Можно готовить на режиме выпечка, также 40 минут. Нажимаем старт. Через 40 минут рыба будет готова. Время истекло. Давайте посмотрим, что получилось. Второй рецепт. Мы приготовим рыбу в пряном соусе. Для приготовления нам потребуется 900 грамм рыбы. Я взяла минтай, можно взять любую другую рыбу. Сладкий болгарский перец весом 100 грамм, 100 грамм лука, 90 грамм моркови, 3 столовые ложки томатной пасты, это 100 грамм, несколько веточек гвоздики, черный перец горошком, 2 лавровых листа, чайная ложка сахарного песка, 1,5 чайной ложки соли, пол чайной ложки смеси перцев, пол чайной ложки мускатного ореха, пол чайной ложки молотой корицы, подсолнечное масло и вода. В чашу мультиварки наливаем 2-3 столовые ложки масла. Закрываем крышку мультиварки, выбираем режим жарко. Ждем 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. Прошло 2 минуты, масло нагрелось. Отправляем обжариваться мелко порезанный лук, нарезанный узкими длинными полосками перец и морковь. Жарю все при закрытой крышке, периодически перемешиваю. Итак, время жарки 10 минут. За это время я перемешивала 3 раза. Добавляем соль, сахар, специи. Добавляю также измельченные специи, мускатный орех, корицу и смесь перцев. Томатная паста. Добавляю 500 мл горячей воды. Обязательно все хорошо перемешиваю. Томатная паста должна распределиться в этом соусе хорошо. Соль, специи, сахар. Тоже все распределяется. Выкладываем рыбу. Рыбу я порезала достаточно крупными кусочками. Отдельно ее солить, перчить не надо. То есть соли достаточно в соусе. Закрываем крышку мультиварки. Так как рыбы много, готовить буду на ручном режиме при температуре 110 градусов 35 минут. Через 35 минут рыба будет полностью готова. Время истекло. Рыба готова. Отлично на гарнир подойдет картофельное пюре. Гвоздика и корица придает рыбе неповторимый приятный аромат. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!